Во, все. Сегодня у нас разбор задач, конечно, те, которые были 16-го, получается. Значит, суббота была. Ну, соответственно, какую-то прям новую тему я рассказывать сегодня не буду, потому что, ну, нет смысла каждые 3-4 дня читать какую-то новую тему, это слишком как-то плотно будет. И, кроме того, ну, на самом разборе я какую-то инфу буду новую давать, да, ну, например, что там могло потребоваться, чтобы сдать задачу и так далее. И я сейчас буду рассказывать последовательно, как решать задачи, то есть идеи, да, и потом покажу вам код, ну, конкретно моей реализации, как можно ее было решить. Давайте, значит, пойдем читать условия задачи. Ну, вообще, тут все люди читали условия задачи, или есть те, кто не знает условия? Может, кто-то не писал контест? Вот есть кто-нибудь, кто Я не свою знает? последнюю задачу не читал. Ну, понятно, что, может, последний Я раз. читал самый последний, но понял как-то на 20%. Пытался. Ну, Что на этой кто-то... неделе загружена какая-то, не успел задачи порешать. Ну, ты условия читал? Ну ладно, Последний нет. пофиг, Я с короче. долгами по Матану разбирался. Да, я понимаю, что, Сузи, ну, как бы всегда нужно уделять время олимпиадному программированию, хотя бы час. Ладно. Не, ну почему? Я вот 3D решал потом. Ну, окей. В общем, давайте тогда посмотрим. Значит, первая задача А была, квадрат. Что нам здесь говорят и вообще дают? Ну, давайте на доску пока войдем. Значит, нам задачи говорят. Был квадратик бумажный, да? Соответственно, ну, у него могла быть какая-то сторона, а это не важно. Вот он был, и какой-то чел его разрезал. Ну, ладно, это слишком хороший разрез, разрезал его на две части, да? И, соответственно, наш бумажный квадрат. Так, ниже спустимся. Теперь он превратился в два прямоугольных куска. Каких-то таких, например, да? И нам говорят, что у этих прямоугольных кусков, ну, такие-то стороны. У первого там А на Б, допустим, у второго С на Д. И нас спрашивают, можно ли их как-то склеить обратно, чтобы получился квадрат. Соответственно, если существует такая склейка, то выводим yes, если не существует, то выводим no. Ну, нам просто дают как раз только вот эти четыре числа. Как можно было решать? Ну, понятное дело, что ну, надо просто как-то законнектить прямоугольники какими-то сторонами, да? Всего существует четыре способа, вот, ну, принципиально чисто четыре способа, да? То есть можно вот эти стороны склеить. Ладно, плохо видно на стриме, наверное, оранжевый день, еще потолще сделаю. Во. Можно вот эти стороны склеить, либо вот эти. Ну, то есть, понятно, у вас тесты могут быть разными, да, и там это может работать. Либо можно склеить вот эти стороны, либо можно склеить вот эти стороны. То есть всего таких четыре способа. И, соответственно, вопрос. Если мы какую-то конкретную склейку делаем, да, то есть если мы склеиваем какие-то стороны, то какой как бы критерий того, что у нас получится квадрат? То есть если мы, например, склеиваем вот эти две стороны, да, когда квадрат получится? Ну, очевидно, когда выполняются следующие условия. То есть стороны, которые мы склеиваем, должны быть равны друг другу, да? Потому что это линия разреза. Ну, мы предполагаем, что линия разреза вот такая, да? Это значит, что число, записанное в переменной B, должно быть равно числу, записанному в переменной C. Соответственно, две оставшиеся стороны, что в таком случае будет с ними, да? Вот мы, допустим, склеили по линии, где у нас B и C было, а оставшиеся стороны, ну, у первого прямоугольника это будет A, а у второго это будет D. И, соответственно, они как бы суммируются, да? То есть линия склейки полностью совпадает, оставшиеся стороны друг к другу вот так вот рядом встают, и получается, что у нас, соответственно, одна сторона квадрата будет, соответственно, b или же c, да, потому что это одни и те же числа, по предположению. Оставшаяся сторона будет a плюс d, и, соответственно, поскольку это квадрат, a плюс d, то есть вот эта сторона, она должна быть равна смежной, а смежная это b. Ну или c, да, они равны, это не важно. Соответственно, если мы проверяем какой-то конкретный способ из этих четырех, то должны выполняться вот эти условия. Ну, соответственно, ну, задачу можно решать по-разному, ну, чуть-чуть по-разному, но в любом случае, как бы все возможные ситуации, которые существуют, это вот четыре способа склеить. И если мы проверяем один из них, один из, допустим, четырех способов, должны выполняться эти условия. Вот это, я думаю, всем понятно, да? Ну, если вопросов нет, то давайте я покажу код. Значит, даже три способа решить задачу покажу. Но эта задача овер простая, хотя от тупых ошибок это не защищает, да, которые могли вам помешать задать с первого раза. Ой, надо было в отдельной вкладке открыть. Сейчас, секундочку. Не хочу потом возвращаться. Вот так вот в отдельный.
Так. Не, пожалуй, это будет. Надо сначала другое показать. Ой, я же могу перейти на задачу. Значит, вот первый способ. Ну, когда ты эту задачу сдавал 7 мая, там еще очень давно, да? И я ее тогда так сдал. То есть, когда я ее сдавал очень давно, я тупо захардкодил все случаи. Хорошо видно, да? То есть, достаточно крупно. Да, видно. Вот, значит. Ну, во-первых, у нас там мультитесты, поэтому нам дадут как бы множество примеров, да? И каждый раз дадут 4 числа, то есть стороны первого прямоугольника и стороны второго. Соответственно, я тупо перебрал все случаи, да? То есть линия, по которой мы их соединяем, это, соответственно, ну, я тут плохие, конечно, названия выбрал, наверное, лучше ABCD было, да? Но неважно. B1 с A2, например, попытаемся проверить, да? Ну и тогда оставшиеся стороны будут A1 плюс B2, да? Это те, которые не склейка, да? Соответственно, проверяем, что они равны линии, по которой мы склеиваем, да? Либо B1 с B2, ну и то же самое, там какую-то сумму проверяем. Либо A1 с B2, либо A1 с A2. В общем, тупо проверил все 4 случая, и на удивление, кстати, коротко получилось, да? Ну, разве что я тут перенес if на следующую строчку, чтобы тут не было миллиард символов в одной строке, да? Соответственно, ну, такой способ, в принципе, в этой задаче более-менее катит, потому что она, ну, тут всего 4 способа, и особо ничего тут писать не надо. Если же было там больше сторон, условно, например, если бы у нас были какие-нибудь вообще, знаете, параллелепипеды или какие-нибудь четырехмерные многогранники, то можно вот что сделать. То есть, по сути, мы что хотим сказать? Давайте каждую сторону первого квадрата попробуем сконнектить с каждой стороной второго квадрата. Как это можно сделать? Ну, на прошлом занятии я рассказывал про перестановки, да, что все перестановки можно перебрать с помощью функции next permutation из стандартной библиотеки. Поэтому давайте просто в один вектор засунем все стороны первого квадрата, не квадрата прямоугольника, да, а во второй вектор все второго. И, значит, что мы будем делать? У нас здесь два цикла do-while, ну, один из них вложенный, да, и оба этих цикла заканчиваются, ну, просто взятием следующей перестановки. Ну, тут на самом деле будут всего две перестановки, да, значит, либо A, а потом B, либо B, потом A, да, и здесь то же самое, либо C, D, потом D, C. Но, соответственно, поскольку у нас вложенный цикл, будет как бы 4 итерации в итоге. И давайте просто говорить так, перебираем все перестановки первого квадрата, ну, сторон первого квадрата и все перестановки у второго, и говорим, что когда у нас фиксирована вот эта комбинация, то есть AB, например, CD идет, да, то первые значения в векторах это будут стороны, которые мы склеиваем, да, а вторые это оставшиеся. И поэтому мы здесь как это проверяем? Если, соответственно, число, которое первым лежит, ну, сторона первого квадрата равна стороне второго квадрата, только, ну, вот мы нулевую ячейку проверяем, да, соответственно, это будет линия склейки. И при этом сумма вот оставшихся, да, то есть, которые лежат по индексу 1, равна тоже линии склейки, то, ну, существует ответ. Мы заранее создали переменную окей, как бы, да, ок, и она изначально равна значению ложь, то есть ответ не существует. Но если есть хотя бы один способ их соединить так, чтобы получился квадрат, то все, говорим, ответ существует. Ну и, соответственно, если мы перебором нашли ответ, вводим yes, значит no. Вот, соответственно, давайте я подробнее расскажу, вот что делают вот эти два цикла, потому что, может быть, немного непонятно. Я впервые loop вложенный вижу. А? Я впервые вложенный do while вижу. А, ну, где-то может и пригодится такая штука, да. То есть, по сути, мы что делаем? Ну, next permutation просто берет разные перестановки, да. То есть, допустим, у нас первый вектор был 3,4, да. То есть, дали стороны одного квадрата 3,4. И, соответственно, когда мы заходим в цикл do while, у нас этот вектор равен 3,4, да. А в конце берется функция next permutation, которая возвращает следующую перестановку, то есть 4,3. Вот. И то же самое делается для второго вектора. У второго вектора, ну, какие-нибудь числа 1, 2 были, неважно, да? И, соответственно, функция next permutation, ну, единственный раз, когда работает, возвращает 2, 1, да? То есть следующая перестановка. И таким образом, поскольку у нас... ой, я что, закрыл код forces? А, нет, я же испугался. Значит, да, поскольку у нас один из них вложен... блин, сейчас, секундочку, я хочу вернуть эту вкладку на место. Вот, значит, у нас один из циклов вложен, да, то есть он говорит, значит, внешний цикл на каждую перестановку первого вектора перебери все перестановки второго вектора.
Вот. Соответственно, если у нас изначальный вектор, если у нас первый вектор был 3-4, да, то мы, соответственно, заходим как бы внутрь, проверяем вот такую комбинацию, то есть 3, 4, 1 и 2, да, и при этом мы говорим, что первые числа мы пытаемся склеить друг с другом, да, то есть проверяем их на равенство, а у вторых чисел в этих векторах мы берем сумму, да, и проверяем, что они равны линии склейки. Соответственно, когда берется следующая перестановка второго вектора, мы идем в такую комбинацию, то есть первый вектор 3, 4, второй вектор 2, 1. Вот, тоже все проверяем и так далее. И потом мы выходим из внутреннего цикла, внешний цикл берет следующую перестановку первого вектора, 3-4, да, и делает то же самое. Проверяет 3-4 и 1-2, берет следующую перестановку второго вектора, это внутренний цикл, да, и проверяет 3-4-2-1. Вот что происходит. Так, есть ли вопросы по этому? Вот как такой перебор устроить? Как это работает. Вот это важно сейчас понять, может пригодиться. Нету. Нет вопросов, да? То есть понятно, что вот этот while просто берет, ну, пока не перебрали все перестановки первого вектора, ну, берет следующую, ну, точнее, тут size 2, ну, неважно, да, у одного вектора, а этот у другого. Но один цикл вложенный. Поэтому на каждую перестановку одного вектора мы этим циклом перебираем все перестановки другого вектора, да, ну, и, соответственно, мы просто предполагаем, что если у нас есть две перестановки векторов, мы будем считать, что первые числа должны быть равны друг другу, да, а вторые числа должны суммироваться, ну и проверяться на равенство с линией, по которой склеиваем. Ну, в общем-то, если нет вопросов, то в принципе особо нет смысла больше обсуждать эту задачу, хотя разве что есть у меня еще кое-что что сказать по ней. Ее можно было сдать еще и третьим способом, в принципе, наверное, даже наилучшим. Ну вот про перестановки я рассказал чисто, так сказать, для того, чтобы привести пример использования Next Permutation, да, потому что часто для переборных задач используется эта функция. Вот это, соответственно, решение Антона. И смотрите, на самом деле здесь можно было использовать следующий факт. Значит, минимальное число, ну, мы можем найти минимальное число, да, из сторон, тут, получается, берется первого квадрата, да. Ну, в общем, дело в том, что минимальную сторону, в принципе, даже из всех квадратов, минимальную по длине, да, она обязательно будет, если можно квадрат составить, то такая сторона обязательно будет использоваться в сумме, да, то есть нет смысла по ней склеивать, потому что если мы говорим, что минимальная сторона, она используется для склейки, то сумма двух каких-то других сторон, которые не являются минимальными, да, она точно будет больше. То есть вот у нас есть минимальное число, и мы такие говорим, пусть мы склеиваем по минимальному числу. Сейчас куда-нибудь пойду сюда. Вот мы говорим, давайте как бы склеим по минимальному числу, вообще по минимальному, да, но тогда оставшиеся будут участвовать в сумме, и оставшиеся числа А и Б какие-то там, да, они же больше, и поэтому их сумма будет тоже больше, чем минимум, да, поэтому у нас точно не будет равенства сторон, и это будет не квадрат. То есть это такая как бы эвристика, да, тоже такая довольно-таки очень значительная вещь в задачах, где вы что-то перебираете, да? Дело в том, что здесь такие простые переборные задачи, но бывают сложные, где если вы будете реально просто в лоб перебирать все возможные варианты, то у вас получится очень-очень много этих вариантов, и ваша программа, ну, по времени не уложится, потому что миллиардов, например, может быть миллиард. Но дело в том, что вы, изучая задачу, думая над ее решением, можете понять, что, ну, вообще-то есть там, например, класс каких-то штук, которые сразу можно не рассматривать, потому что они заведомо неправильные, да, а вот эти штуки можно все вместе за один проход посмотреть, и, в общем, вам не нужно будет вот явно просматривать все варианты. Явно имеется в виду вот как то решение первое, которое вам показал, где мы просто тупо захардкодили проверку всех возможных четырех вариантов, да, то есть мы как бы рассматриваем явно все варианты в лоб, но часто это не надо делать, потому что вариантов слишком много, и некоторые варианты можно заведомо отсечь,
то есть сказать, что они заведомо неправильные, давайте не будем их смотреть. Либо вы можете, так сказать, агрегировать, да, сказать, что есть целый класс различных комбинаций, у которых там схожие параметры, и их можно все одновременно просмотреть быстро. Ну, а здесь, например, Антон выкинул часть вариантов, да, он просто сказал, что минимальное число, оно должно, значит, идти в сумму, да, а не по склейку. Поэтому так, там варианты, где минимальное число, значит, не идет в сумму, рассматривать не надо. Вот, значит, задача А была. Если нет никаких вопросов, то мы пойдем дальше. Задача Д. Что здесь было? У нас, значит, наверное, следует... Ну, я думаю, все и так поняли условия. Да, блин, я чуть-чуть перескажу. У нас есть дом, в котором есть два выхода. Ну, выходы — это как бы такие, ну, так скажем, большие блоки, и у каждого выхода есть свои двери, да. Там, соответственно, сколько-то дверей. Ну, А дверей у левого выхода из здания, да, и Б дверей у правого выхода из здания. И нам говорят, что какой-то чел начинает открывать эти двери, и он может там открыть чуть-чуть дверей здесь, потом чуть-чуть дверей там, еще немного здесь и так далее. И, в общем, из здания можно выйти, да, ну, из одного из двух выходов, из левого или из правого. Но можно выйти только когда все двери выхода открыты, да, то есть если вы хотите выйти из правого, нужно, чтобы все две двери у него были открыты. Ну и то же самое из левого. И нам дают порядок, в котором человек открывал двери. Ну, нам не говорят, конечно, что он открывал там какую-то первую дверь слева или десятую дверь справа. Нам говорят, что он открыл очередную, еще не открытую дверь у левого выхода или очередную, еще не открытую дверь у правого выхода. И нас спрашивают, в какой самый ранний момент человек мог покинуть дом, если бы захотел, да? То есть, какой минимальный момент, когда хотя бы в одном выходе, ну, точнее, строго в одном, да, были открыты все двери. Соответственно, давайте посмотрим на пример. Вот пример, в котором было 5 дверей, да, и вот, значит, человек открывал у одного выхода дверь, у второго, еще у того же выхода другую дверь, потом, соответственно, у правого выхода дверь, ну, это, допустим, у левого было, да, ну и так далее. И нам, конечно, не дают информацию, сколько дверей находится слева и сколько дверей справа, но нам говорят, что изначально все двери закрыты, а после того, ну, а после всего этого процесса все двери открыты. Поэтому мы можем узнать, сколько дверей было слева и справа, но нам на самом деле даже это не нужно. Нам нужно понимать вот что. Человек открывает двери, пока еще есть как бы, ну, закрытые, то есть он открывает только еще закрытые двери. Поэтому, когда у нас кончаются нули, это значит, что он открыл все двери там в каком-то одном выходе, когда у нас заканчиваются единицы, он открыл все двери в каком-то другом выходе. И таким образом мы можем вот что сказать. Значит, давайте посмотрим на последнее число в этом векторе. Ну, это одно из решений, да, есть и другое. Давайте посмотрим на последнее число в этом векторе. Если это 0, то, соответственно, это значит, что, ну, вот, выйти там... Давайте говорить, что левый выход – это у которого нули были, а правый – у которого единицы, да? Если мы видим, что последнее число – это 0, это значит, что выйти из левого выхода можно было только в самом конце, потому что последняя закрытая дверь в нем открыта была в конце вектора, да, 0. Но, как бы, единицы, значит, уже закончились, и это значит, что из правого выхода уже можно было выйти. Поэтому, как бы, на самом деле, нас интересует последняя единица, которая встречается в векторе. В данном случае последняя единица, которая встречается в векторе, на третьей позиции, да? Вот, раз, два, три, соответственно, она является ответом. А вот здесь мы смотрим, значит, последняя дверь, которую мы открыли, она была у правого выхода, это один, да? Поэтому, соответственно, из правого выхода можно было выйти когда-то там в конце, когда уже все двери открыты, а вот из левого выхода можно было выйти, когда все нули закончились. Ну, а последний ноль у нас где закончился? Ну, вот на третьей позиции, да? И, соответственно, ответ тоже 3. То есть вот эта логика понятна, да? У нас есть всего два выхода, да, и мы смотрим, какая последняя дверь была открыта, у левого выхода или у правого, да. И если последняя дверь была открыта у правого выхода, то левый выход уже когда-то был открыт, да, соответственно, потому что все его двери были использованы. Ну, если последняя дверь — это у нулевого выхода, да, то первый выход уже когда-то был открыт. Ну, а когда он был открыт? Когда мы открыли его последнюю единицу. Соответственно, как можно было сдать ту задачу, сейчас покажу. Так, перейдем.
Значит, можно было, соответственно, так ее сдать, тоже используя функции стандартной библиотеки. Считали, соответственно, все вектор, посмотрели, какая дверь была открыта последней, да? И если эта дверь, которая открыта последней, это нулевая дверь, то это значит, что все единичные двери уже когда-то закончились, и нам надо искать, ну, соответственно, последнюю единицу. А если мы увидели единичную дверь, что она открыта последней, то надо искать нулевую. Ну, это то же самое, что инвертировать, да? То есть, если последний элемент это 0, то мы ищем единицу. Если последний элемент 1, ищем 0. Ну, можно это сделать, просто вычев из единички, какая была последняя дверь. А потом просто идем с конца вектора, то есть мы обычно ходим от 0 до n, а в данном случае мы идем от n минус 1 до 0, да? То есть i равно минус 1, пока больше либо равно 0, минус минус i. И мы просто ищем последнее вхождение 0 или единицы в наш вектор, да? То есть если мы смотрим, если текущее число это единица, а мы ищем самую правую единицу, да, то все, мы нашли это место, соответственно, выводим его номер, ну только плюс 1, потому что у нас тут с нуля индексация, да? А в задаче индексация с единицы. То есть в задаче там моменты времени нумеруются как первый, второй, третий, а у нас, ну, условно, нулевой первый, второй, третий. Ну и все, брейк позволяет нам просто выйти из цикла и не перебирать ничего больше, и, соответственно, мы вывели, брейкнулись, и все, как бы программа завершает свою работу. Вот. Есть какие-то вопросы по этой задаче? Нет. Вот. Ну, если есть вопросы, то задавайте их сразу, да, то есть, то, может, непонятно будет. Ну и, соответственно, еще можно было так решить, да, то есть просто найти, когда была закрыта последняя дверь у нулевого выхода, да, и когда была закрыта последняя дверь у первого выхода. Ну и просто вывести минимум, да, то есть если закрыты все двери нулевого выхода раньше, то, ну, соответственно, минимум будет здесь. А если последний, значит, если единичка у нас последняя встречается раньше, чем последний ноль, то, ну, минимум здесь будет. То есть можно было просто для каждого выхода найти, когда была закрыта его последняя дверь. Да? То есть, если, например, если мы встречаем единицу. Ну, на самом деле, здесь, кстати, может немного спутать. Дело в том, что, ну, как я говорил, не нулевые числа для ИФА интерпретируются как истина, да. Поэтому если очередное число это единица, то, ну, мы обновляем, да, самая правая единица теперь и, а если это был 0, то самый правый 0 это теперь и. Здесь мы даже вектор не создавали, не запоминали числа, потому что, ну, здесь это не надо. Задача решается в один проход. Если он не открывал ни одного выхода, ни одной двери с одного из выходов? Ну, в смысле, по условию задачи такого быть не может. Ладно. Вот, соответственно, да. Идем дальше. Задача С. Орехус лифт. Что в этой задаче было? Так, пойдем куда-нибудь сюда. Значит, нам говорят, что есть домик, и в нем есть N этажей. Раз, два, три, какие-то этажи и так далее. И нам говорят вот что. Существует лифт в этом доме, да, и лифт обычно располагается на этаже X, на каком-то этаже X. Нам не говорят пока какой X, просто говорят, что лифт всегда тусуется на X этаже. И людям надо иногда уходить из дома, иногда возвращаться. Каждому человеку нужно один раз там, в день съездить на первый этаж, да, он там куда-то уйдет. А потом, когда он вернется, ему надо с первого этажа вернуться на свой. Нам говорят, сколько людей живет на каждом этаже, да? То есть на каком-то 4, на каком-то 0, на каком-то 5 и так далее. И также нам говорят, что когда лифт перемещается, он тратит одну единицу энергии, чтобы проехать один этаж. То есть одна единица энергии, две единицы энергии, три и так далее. Да, соответственно, какой алгоритм работы лифта? Когда некоторый человек хочет поехать на лифте, он вызывает его на каком-то своем этаже А, и лифт с X-того этажа приезжает на А. Потом лифт забирает ровно одного человека, везет его на этаж Б, ну, на этаж Б, это куда человек хочет приехать, да, не обязательно на первый. Абстрактное описание такое, везет человека на этаж Б, высаживает его там и возвращается обратно на X. Вот, и нас спрашивают, на каком этаже должен постоянно размещаться лифт, то есть, когда лифт постоянно тусит на этаже X, который мы сами выбираем, и когда человек, когда хочет поехать, он приезжает с X на A, с A на B и возвращается в X. Как нам выбрать оптимальный этаж X, на котором будет тусоваться лифт, чтобы он суммарно потратил наименьшее возможное число энергии, если каждый человек в доме один раз вызовет лифт, чтобы спуститься вниз на первый этаж, и потом один раз вызовет лифт, чтобы подняться обратно на свой этаж. Соответственно... На этаже там, где больше всего людей? Что?
На том этаже, там, где больше всего людей живет? Ну, нет. На нулевом этаже. Ну, вот на самом низу, который. Ну, нет. Ну, я не думаю, что... Я думаю, контрпример можно провести. Ну, то есть, в смысле, едва ли вам получится вот так вот просто сказать, что всегда оптимально размещать лифт на нулевом этаже или всегда оптимально размещать его на, соответственно, там, каком-нибудь этаже, где больше всего людей, да? То есть, скорее всего... А тесты, которые вы пользовались в этой задаче, где-нибудь смотреть можно? Ну, а то я исходил из того, что... Он на нулевом, и у меня прям в одну строчку формула вышла. А, и чё? Возвращается после каждого вызова, типа? Да, да, на X. После каждого вызова лифт возвращается на этаж, где он тусит обычно, на X. Вот, ну, на самом деле, значит, подожди, вот ты сказал, что лифт будет тусить на нулевом этаже, и так закодил, и у тебя это зашло, что ли? Да, слушай, ты можешь на посмотреть. Ну, вообще... Нет, не моя посылка. Смотри, сейчас. Да. Я тебе могу скинуть в Discord, в General. Ну, давай. Ссылку на посылку. Ссылку на посылку. А, окей, ссылка. Ну ладно, ты пока найди, в любом случае я пока расскажу. Ну то есть все-таки это переборная задача, и поэтому, ну, как бы, ну хорошо, если ты там обнаружишь какое-то внезапное решение. Но это, кстати, вот Антон, получается, утверждает, что независимо от того, сколько у нас этажей и как... Нет, не то, если... Да, в общем, как я понял, Антон утверждает, что независимо от того, сколько у нас людей живет на разных этажах и сколько этажей, всегда выгодно размещать лифт на первом этаже, да, чтобы он поехал до человека, отвез его на первый этаж и вернулся обратно. Ну, кстати, на самом деле это, в принципе, похоже на правду. Почему? Если все живут на этаже N, то как бы выгодно возвращаться на этаж N, чтобы потом по вызову никуда не ездить. Ну, смотри, ну, давай подумаем, если все живут на N-ном этаже, то, соответственно, лифт отвезет их вниз и вернется, да? Вот, то есть он сделает такой полный цикл из таких двух стрелок. Но если лифт находится на нулевом этаже, ну, то, соответственно, он приедет, возьмет человека, отвезет его, и все. Будет абсолютно такой же путь суммарный, то есть. На самом деле, это не контртест, вот. Ну ладно, значит, сейчас, ну, поговорим про переборные решения, а потом я пару слов скажу про, там, ну, разберемся с этим. Значит, как бы в этой задаче, ну, вы обязательно обычно смотрите на ограничения, да, должны смотреть на ограничения, вы можете увидеть, что количество этажей в доме 100, и, соответственно, что, если вас попросят, как бы вас спрашивают, а сколько энергии потратит лифт суммарно, если он изначально располагается, например, на пятом этаже комнаты, да, то есть лифт стоит на пятом этаже, ну, допустим, это пятый этаж, вот. Сколько энергии он потратит? Ну, у нас каждый человек один раз съездит вниз и один раз вернется на свой этаж, и лифт будет всегда возить одного человека за раз. Таким образом, вы можете просто перебрать каждый этаж, вот лифт пусть стоит на пятом этаже, да, и вас спрашивают, сколько энергии он потратит, если он всегда тусит на пятом. Ну, соответственно, мы просто перебираем каждый этаж, и у нас, соответственно, там будет сколько-то людей, например, 4 человека на этаже, да, и каждый, соответственно, воспользуется лифтом, чтобы съездить вниз, то есть у вас будет на... Вот у вас этаж, который вы перебираете, это, например, И, да, и у вас, соответственно, понадобится сколько энергии, чтобы доехать от Икса до этажа А, откуда лифт вызывают, потом нужно будет из А доехать в Б, куда человек хочет приехать, да, и потом из Б вернуться в Икс. То есть это для каждого человека надо будет сделать. Лифт будет такой путь делать для каждого человека, который его вызывает, да. Каждый человек в доме вызывает лифт два раза в жизни своей, так сказать. Соответственно, мы перебираем текущий этаж, ну пусть мы находимся на этаже, на котором... На этаже И каком-то, да, И-то этаж, на нем 4 человека живет. Соответственно, 4 человека вызовут лифт, и, соответственно, он их отвезет вниз, да. А что такое отвезти вниз с сытого этажа? Это модуль, значит, X минус И,
то есть приехать с икстовый этаж на итый. Потом, соответственно, плюс и, ну, потому что мы с и поедем на первый этаж, да, и, соответственно, мы, если живем, ну, у нас можно считать индексация с нуля, да, то есть первый этаж это нулевой, потом первый этаж, второй, третий и так далее. Поэтому номер этажа это сколько нужно проехать, да, сколько этажей под ним. То есть нам надо спуститься вниз, да, то есть приехали к человеку, это мы доехали до А, потом спустились вниз и доехали до Б, и потом лифту нужно вернуться на свой этаж, ну, соответственно, это x этаж, добавляем x. Это, соответственно, каждый человек, 4 человека на итом этаже будут спускаться вниз, и лифт потратит столько энергии. Но также... Там индексация с нуля начинается. Ну, в условиях обычно индексация с единицы, просто те в условиях говорят, что, ну, там, вы видите номер этажа, и ты будешь в один индексации. Ну, ты когда решаешь задачу, ты можешь делать ноль индексацию, просто прибавлять единицу потом. Вот, соответственно, ну, мы будем использовать ноль индексацию, потому что так удобнее, да, потому что если тебя в один индексации спросят, сколько надо единиц энергии, чтобы доехать со второго этажа на первый, то, ну, это будет одна единица энергии, да, потому что, ну, это, ну, этаж второй, он расположен сразу под первым, надо на один вниз спуститься, но при этом номер у него два, но если ты в один индексации, то у тебя второй этаж имеет номер один, и его номер совпадает с тем, сколько ему нужно энергии, чтобы доехать до первого, да. Потому что на самом деле 0 индексация работает по следующему принципу, да, да, что вот у этажа такой номер, сколько этажей расположено под ним, да, то есть у второго этажа 2 этажа под ним расположено, у нулевого этажа 0 этажей расположено под ним, вот, и так далее. Вот, соответственно, 4 человека на этом этаже захотят спуститься вниз, и лифт потратит столько энергии. А потом они вернутся домой и захотят подняться вверх. И, соответственно, лифту надо для 4 людей с этого этажа что сделать? Приехать на первый этаж, ну, нулевой, да, то есть проехать x этажей, которые расположены под ним. Потом подняться до этажа, в котором, значит, живут эти люди, то есть до итого, да. В данном случае мы поднимаемся с первого этажа, поэтому это просто номер и. А потом с этого этажа лифт возвращается на свою исходную позицию, то есть доезжает, ну, проезжает расстояние x минус y. Ну и вы можете заметить, что это одинаковые суммы, да, что x минус y, модуль тут есть, просто номер y и просто x тут есть. То есть на самом деле вы можете написать, что формула такая, да, то есть если вы говорите, пусть лифт будет базироваться на там, допустим, четвертом этаже, и как мне посчитать, сколько энергии он суммарно потратит? Ну, просто перебираем все этажи и смотрим, сколько на них людей, да, то есть, ну, у нас вектор какой-то будет, и, соответственно, на этом этаже будет там вектор ита и людей, и каждый будет пользоваться лифтом два раза, и там будет одинаковое количество энергии, то есть будет умножение на 2, да, и умножить на, соответственно, ну, все вот эти расстояния, которые мы посчитали, то есть доехать от x-того этажа до итого. Мы тут модуль берем, потому что у вас может быть x как больше, так и меньше перебираемого этажа. Потом, значит, то есть доехать с x до итого, потом поехать вниз на с итого на первый, и потом с первого вернуться на исходную позицию. Кроме того, значит, почему тратится одинаковое количество энергии, чтобы доехать человеку со своего этажа на первый или потом вернуться домой с первого на свой этаж, ну, можно просто по картинкам понять, то есть вы можете понять, вот, если мы берем каких-то чуваков отсюда, то сколько лифт проедет, ну, сюда, на первый этаж и обратно на x, да, то есть на самом деле это, ну... Ну, видно, да, такие расстояния. То есть лифт поднялся вверх там до нужного этажа, спустился до конца вниз и вернулся на свой. А потом, когда человек придет домой, лифт проедет сначала до первого этажа, потом поднимется наверх и вернется на x. То есть видите, что тут одинаковое расстояние. Два, то есть тут как бы два расстояния до как бы итого этажа. Значит, нет пока вопросов по логике решения. Нету. Вот. Ну и, соответственно, смотрите, то есть мы вот что сказали. Мы сказали, если нам, там, не знаю, придет дом управляющий и скажет, что лифт будет базироваться на пятом этаже, то мы можем сказать, сколько энергии он потратит. А нам спрашивают, на каком этаже нужно его разместить, чтобы был минимум энергии. Ну, тогда очень просто. Давайте просто переберем все возможные стартовые позиции для лифта от первого этажа до последнего, да. И когда мы зафиксировали стартовую позицию, просто посмотрим, сколько энергии будет тратиться, если лифт базируется на этаже и. И потом просто найдем минимум среди всех таких штук. Значит, так вот. Там не этаж надо было найти, там минимум энергии.
Ну, это не важно, мы на самом деле найдем и то, и другое. Вот. Ну, соответственно, что мы делаем? Количество этажей, считываем, сколько людей живет на каждом этаже, да, вектор. Потом говорим, значит, ну, нам нужно ответ вывести минимальное количество энергии, которую мы потратим. Но по условию задачи у нас там, значит, говорится, что, ну, соответственно, сколько лифт может энергии потратить. Ну, у нас 100 человек в худшем случае живет на 100 этажах. И получается, что чтобы отвезти конкретного человека туда-обратно, лифт потратит не больше, там, чем 4 умножить на количество этажей энергии. Ну, это довольно очевидно, да, потому что чтобы отвезти человека с его этажа вниз, он там проедет не больше, чем все этажи. И то же самое, чтобы вернуться. И так, когда человек хочет на первый этаж приехать и уйти из дома, а потом вернуться и на свой этаж вернуться. Поэтому лифт может потратить, ну, то есть ответ, он не больше, чем 4 умножить на 100 умножить на 100, да? Ну, соответственно, поскольку нам нужно искать минимум, изначально скажем, что минимум равен бесконечности. В данном случае бесконечность в задаче это миллиард. И потом просто перебираем, что давайте разместим лифт на этаже x, да? Ну, соответственно, от 0 до n-1. Значит, в переменную current, ну, типа текущая, да, мы посчитаем, сколько энергии лифту понадобится, чтобы развести всех людей туда-обратно при условии, что лифт базируется на x этаже. Ну и, соответственно, просто перебираем все этажи. На каждом этаже, значит, каждому человеку, да, нужно будет два раза воспользоваться лифтом, чтобы спуститься вниз, а потом подняться обратно. И каждый раз, чтобы туда-обратно свозить человека, лифт потратит одинаковое число энергии, да? То есть расстояние от x до y, то есть приехать с x этажа на y, он проедет все этажи между ними, x минус y, да? Потом с y этажа спуститься на самый нижний, это, соответственно, ну, просто высота нашего этажа, а потом вернуться на x и плюс x. И дальше мы просто обновляем, да, что минимум равен минимуму из самого себя и того, сколько энергии он потратит при условии, что лифт базируется на текущем этаже x. Потом выводим это значение. Итак, есть какие-то вопросы по этому? Мы перебираем все значения, которые вообще только возможны, и да. Мы выводим самое минимальное. Да? Да, в этом как раз заключается перебор. Давайте просто переберем все возможные этажи, на которых можно разместить лифт, и когда мы зафиксировали, что лифт стоит на каком-то этаже, давайте посчитаем, сколько при этом он энергии потратит. То есть асимптотика здесь, соответственно, n в квадрате. Да, то есть, видите, внешний цикл от 0 до n, внутренний цикл от 0 до n. Асимптотика n. А все-таки, если на нулевой этаж мы поставим, то это не гарантирует, что там минимальное будет количество у него, да? Ну, тут надо смотреть. Дело в том, что, ну, иногда можно заметить такие фичи, что, ну, у вас, например, потенциальное множество ответов в этой задаче большое, да, то есть можно же поставить лифт на один из n этажей, да, но в некоторых задачах, ну, можно там как-то заметить, а потом доказать, что всегда выгодно выбирать какой-то конкретный вариант, да, то есть если Антон там, допустим, докажет, что всегда выгодно ставить лифт на первый этаж, независимо от того, сколько этажей и сколько людей в каждом этаже. Да, на нулевой, то, по сути, это будет решение за n, а не за n. Не Антон. А, не Антон? Миша. А, Миша. А, понятно, сорян. Перепутал голос у вас, похоже. Значит... Да не суть. Там просто, если мы на нулевой ставим этаж, то там у нас всегда там... Сумма вот этой энергии, это век, это ну, смотри, сумма можно... по каждому этажу, век ит на i на 4. А если мы не на нулевой этаж ставим, то там еще добавляется, где 4 в скобке появляется. И в скобке там еще плюс энергия, которая идет с перехода с первого этаж на не на нулевой. Ну, на нулевой. Смотрите, ну, на самом деле, гораздо проще картинки порисовать. Давайте вот скажем, что, ну, как это можно попробовать доказать. Давайте рассмотрим некоторый абстрактный ит-этаж, да, то есть люди, которые живут на этаже и. И давайте в первом случае предположим, что лифт всегда базируется на самом нижнем этаже, да? И что будет происходить, если нужно отвезти людей с этого этажа при условии, что лифт базируется на первом? Ну, то есть лифту надо съездить сюда,
вернуться обратно, ну и все, и он как бы сразу возвращается на свою базу. А что, если лифт находится где-то в другом месте? Где-то в другом месте. Но в любом... Да, в общем, сразу на самом деле понятно, что Миша прав, потому что если лифт находится где-то в другом месте, на любом этаже выше первого, да? Ну, в любом случае, лифт, соответственно... Ну, тут, наверное, на самом деле даже два случая надо рассмотреть. Что лифт находится выше нашего этажа, либо ниже, да? Если он находится ниже... то что он будет делать? Он поедет вот сюда, отвезет на первый этаж и вернется обратно. То есть это будет абсолютно такое же количество энергии, как в первом случае, да? То есть у нас здесь вот такой цикл замкнутый, да? И здесь вот такой замкнутый цикл. То есть это если лифт расположен ниже нашего этажа. А если лифт расположен ниже этажа, с которого мы возим людей, да? То он проедет вот такое расстояние. Сюда, вниз и обратно. То есть это даже хуже будет. То есть действительно, что мы с вами в этом случае доказали? Мы сказали, что если у нас лифт базируется на нулевом этаже, то какой бы другой этаж мы не обрабатывали, да, и при условии, что и неважно, как лифт, на каком этаже расположен лифт, выше или ниже, всегда будет не хуже разместить лифт на нулевом этаже. То есть, да, по сути, в этой задаче вы можете сразу сказать, что формально есть N вариантов, куда можно поставить лифт, но всегда выгодно ставить его на нулевой этаж, и поэтому останется только посчитать, сколько энергии будет потрачено. То есть, да, действительно, это очень такая хорошая штука, если вы с переборной задачи, ну, как я сказал раньше, вы можете заметить какое-то свойство в задаче, которое позволяет вам ограничить множество перебора. То есть, в данном случае вам не нужно брутфорсить позиции, все n-позиции для лифта, вы сразу говорите, что всегда выгодно тупо на первый поставить. Осталось только посчитать, сколько энергии при этом потратится. Ну вот. Соответственно... Ой, я, если что, скинул свой код в чейнер. Ну да, давай потом тогда посмотрим. Ну или сейчас. Не сейчас. Давайте потом. Есть какие-то вопросы по этой задаче? Нет. Окей. Идем к задаче 2 по строке. Я помню, ты говорил решение для этой задачи на конце прошлого урока. Ну, значит, смотрите. Дана строка S. Требуется определить, существуют ли в данной строке две непересекающиеся подстроки А, Б и Б, которые могут идти в любом порядке. Строка просто состоит из больших букв латинского алфавита. Так, пойдем на доску. То есть у нас просто есть тупо строка. Давайте так будет нормально. Да, во, вроде хорошо видно. Из больших букв английского алфавита. Там какие-то рандомные буквы, возможно. Значит, А, Б, там и так далее. И Б. Нас спрашивают, существуют ли две подстроки А, Б, Б, не пересекающиеся. Такие, что... ну, да, просто не пересекающиеся А, Б и Б. Ну, в данном случае, например, существуют, да, потому что... вот, например, А, Б, а потом Б, да, и они не пересекаются. Соответственно, если бы у нас строка была такая, АБ, тут бы не существовало, да, потому что, несмотря на то, что есть подстрока АБ и есть подстрока БА, они пересекаются, то есть у них общая буква есть, Б, которая принадлежит сразу обеим подстрокам. Значит, смотрите, какая здесь, во-первых, идея решения, да, потом уже про реализацию поговорим. Если существует ответ, в котором сначала идет подстрока АБ, то есть она первая, да, например, вот такая, а потом где-то в оставшемся месте, да, если в оставшемся месте потом встречается строка БА, то есть если существует ответ в таком порядке, АБ, потом БА, да, то нам выгодно взять самое левое вхождение подстроки АБ и самое правое вхождение подстроки БА, да. То есть почему так? Ну, у нас есть какая-то абстрактная строка, и существует ответ. То есть, существует место, в котором встречается, допустим, АБ какое-то, да, и существует какое-то место, в котором встречается БА. И если... Вот мы смотрим на позицию в подстроке АБ, да, ну, тут не АБ сейчас, но это не важно, для примера. И, соответственно, мы смотрим на позицию, где встретили АБ, и если существует еще более левое вхождение АБ, да, то, ну, мы ничего не потеряем, если возьмем его. То есть, ответ от этого не ухудшится. И то же самое, мы взяли, как в ответе у нас есть БА, если существует еще более правое БА, то мы можем как бы взять его, и ответ от этого не ухудшится. То есть, если существует ответ, где сначала идет АБ, а потом идет БА, то мы можем брать самое левое вхождение АБ и самое правое вхождение БА. Вот это всем понятно, да? Да. Ну или наоборот. Что? Я не очень помню условия, но типа
Там просто рандомно найти вхождение? Нет, тебя спрашивают, если в твоей строке исходной, да, подстрочка АБ, ну, две подряд идущие буквы АБ, да, и две подряд идущие буквы БА такие, что они не пересекаются. Понятно, да. Ну, как бы относительно друг друга они подряд должны идти или рандомно? Ну, рандомно, в любом порядке. Ну, соответственно, можно и наоборот, то есть тоже найти по самой левой БА. Да, то же самое, да, то есть мы с вами сказали, что если существует ответ, в котором сначала идет АБ, а потом БА, то можно искать самое левое АБ и самое правое БА. То же самое наоборот, если существует ответ, в котором идет БА сначала, да, то есть, ну, первое это встречаем БА, а потом АБ, то надо искать самое левое АБ и самое правое, ну, самое левое БА и самое правое АБ, да. Вот. То есть это, надеюсь, всем понятно. Вот, соответственно, как можно было это реализовать? Ну, на самом деле, можно было еще короче реализовать, но я для ясности тут все подробно писал. Значит, нам дают строку, мы ее считываем. Ну, в переменную n просто сохраняем размер строки, сколько у нас символов. Дальше, функция у стринга find, про которую я рассказывал. Эта функция ищет первое вхождение, первое это самое левое, да, требуемой подстроки в нашу строчку, да. То есть мы говорим, найди мне самое левое вхождение AB. С помощью функции strfind ищем подстроку AB, он возвращает, если оно существует, самое первое вхождение. Если строчка AB вообще, ну, не встречается в str, то он возвращает минус 1, но если как бы, ну, минус 1 не помните, то возвращает, ну, можно проверять std string and post, да, no position, ну, это минус 1 на самом деле. Здесь можно было спокойно написать не равно минус 1. То есть если существует индекс, в котором встречается эта подстрока, он возвращает, соответственно, этот индекс, а иначе минус 1. Ну, сразу для примера, да, если у нас была строка вот какая-нибудь abcd, и мы пишем strfind от, значит, например, cd, да, от cd, то он вернет нам индекс вхождения подстроки, да, то есть 0, 1, 2, 3, это у нас индексируется, да, вот подстрока cd встречается со второй позиции, да, то есть он вернет 2, то есть с этой позиции встречается подстрока cd, вот. Соответственно, нашли самое левое вхождение строки AB, нашли самое левое вхождение строки BA, а потом можно воспользоваться следующим приемом. Значит, мы хотим найти самое правое вхождение строки AB и самое правое вхождение строки BA, да? Как это сделать? Ну, очень просто. Так, сейчас я вот пример нарисую тоже. Пусть у нас была строка какая-нибудь такая ABCABA. Стандартная строка для примеров. И, соответственно, вот, мы хотим найти самое левое вхождение строки AB, оно, ну, легко найдется, да? Вот, соответственно, это просто вот первые две буквы. А теперь хотим найти самое правое вхождение строки AB. Ну, видно, что... Блин, не то. Видно, что это вот оно здесь, да? И как его искать? Давайте представим, что мы нашу строчку развернули справа налево. То есть записали ее справа налево, да, получится, ну, на самом деле получится аба-цаба тоже. Я палиндром взял, ладно, палиндром это плохой пример. Давайте тогда у нас будет строчка какая-нибудь А, Б, С, Д. Аба, да-да. Какая-нибудь такая, да, вот. Представьте, что мы ее запишем справа налево, то есть Б, А, Д, С, Б, А. Вот, тогда, смотрите, если мы с вами искали... самое левое вхождение, вот мы нашли, а теперь мы хотим найти самое правое вхождение BA, то понятно, что самое правое вхождение BA в исходной строчке, оно как бы, ну, из-за того, что мы развернули строчку слева направо, оно станет самым левым вхождением в развернутой строке, но поскольку тут все отобразилось симметрично, то мы уже ищем не AB, а BA, верно? То есть... Самое правое вхождение AB при развороте строки превращается в самое левое вхождение BA. Заметили? Да. Вот. И то же самое для... Это для AB, да? Ну, а, соответственно, для BA оно превратится, соответственно, в AB. Поэтому что мы можем сделать? Мы с вами можем просто использовать функцию reverse, которая просто разворачивает строчку справа налево, да? И затем, ну, единственное, что нам нужно как бы сделать, это чуть-чуть, ну, проконтролировать индексы, да? Дело в том, что у нас с вами... Вот в первой строке у нас... Сейчас...
слишком толсто маркеру. Дело в том, что в первой строке самое правое вхождение AB какой индекс имело? Значит, 0, 1, 2, 3, 4. То есть самое правое вхождение AB имело индекс 4. Но когда мы развернем нашу строчку и найдем самое левое вхождение BA, он вернет нам индекс 0. Вот. Мы с вами развернули строчку, и поэтому все индексы в ней развернулись, да? Соответственно, ну, когда мы нашли этот индекс, где встречается строчка AB, ну, BA, точнее, мы найдем 0, а мы хотим как бы понять, какой у него индекс в исходной строке. Ну, соответственно, когда мы разворачиваем строку, у нас все координаты вычитаются из n-1, поэтому нужно вот этот 0 вычесть из n-1, да? n-1, ну, соответственно, это размер строки, и там... И мы вычитаем координату 0, ну и получаем, соответственно, n-1. То есть, по сути, мы просто получаем индекс буквы B в исходной строке, да? То есть, в этой он нулевой, ну а в той исходной у него n-1 индекс. Ну и кроме того, поскольку мы развернули строчку, то ну, мы нашли как бы индекс буквы B, а нам нужен индекс буквы A. Поэтому нужно еще единичку вычесть будет, поэтому это будет n-2. То есть, на самом деле, ну, просто вот обычно вы, ну, с листочком посидите и как бы поймете, какая формула. Ну, в данном случае, если мы нашли строчку B по индексу I какому-то, да, то в исходной строке у него, у этой строчки был индекс n-2 минус I, вот такой. Надеюсь, это понятно, да? Ну, это происходит ровно потому, что когда вы разворачиваете строчку, нулевая буква становится n-1, первая буква становится n-2, и там, а n-1 буква становится нулевой. То есть у вас... И это у нас что еще раз? Что? И это у нас что в данном случае? Индекс или... Это где... И это левое вхождение в развернутой строке, например, от AB, да? То есть нашли AB в этой позиции. Все понял. Да, то есть, ну смотри, самое левое вхождение строчки AB в развернутую строку, это то же самое, что самое правое вхождение строчки BA в исходную строку. Да, я понял. Вот, только нам надо индексы реверснуть. То есть, когда мы ревертим строчку, у нас все индексы тоже как бы, ну, реверснулись, да, и, соответственно, нам нужно это как бы исправить обратно. Вот, поэтому мы что делаем? Ну, говорим, что... самое правое вхождение строчки BA, это то же самое, что левое вхождение, ну, точнее, AB, sorry. Самое правое вхождение строчки AB, это то же самое, что самое левое вхождение строчки BA, только в развернутой строке, но нам нужно, как бы, индексы тоже развернуть обратно, ну, и вычесть минус 1, потому что, ну, у нас первой буквой в исходной строке считалась буква A, а здесь в развернутой мы ищем букву B, поэтому у нас на 1 смещается. И все, и мы с вами как бы таким образом нашли самое левое и самое правое вхождение строки AB в ту, которую нам дали изначально, и то же самое для строки BA. Ну и чтобы не писать в ИФА, чтобы в ИФЕ не писать все вот, это будет очень длинно, я просто для отдельных, в отдельные переменные засунул, да, то есть ответ существует, необходимое условие того, что существует ответ, это то, что строка AB вообще в принципе есть, и строка, подстрока BA тоже в принципе есть в исходной подстроке. Поэтому мы можем переменную логическую инициализировать таким образом. Существует ли подстрока AB? Она существует, если, ну, соответственно, левое вхождение не было равно, ну, no position, то есть минус 1, да. То же самое, BA существует, ну, если функция strfind не вернула минус 1, или то же самое strstring no pulse. Ну и, соответственно, чтобы проверить, что строчки не пересекаются, это можно таким образом сделать. То есть, смотрите, если он, например, нашел какие-то строчки, так, я там чуть ниже пишу, если мы нашли индексы там какие-то, самое левое вхождение AB, допустим, индекс, скажем, 10, а самое правое вхождение по строчке BA индекс 11, да, то, ну, у них модуль их разности будет равен единице, да, то есть строчки у нас будут пересекаться, если разность их индексов будет, ну, равна единице, да, тогда они пересекаются. А вот если они не пересекаются, то есть первое вхождение AB какое-то такое, AB там подальше, то модуль их разности будет больше единицы. Соответственно, мы здесь дополнительно еще проверяем, да, что вообще, вообще в принципе хотя бы одна подстрока AB есть, хотя бы одна подстрока BA. Ну и, соответственно, distLeft, это мы предполагаем, что сначала в ответе идет AB, а потом BA. Поэтому мы смотрим на самое левое вхождение AB и на самое правое вхождение BA. Ну а потом предполагаем, что наоборот, в ответе идет сначала BA, а потом AB.
Самое левое вхождение B, смотрим самое правое B. Ну и просто проверяем, что хотя бы в одном случае не пересекается, да, то есть либо, значит, сначала идет AB, а потом BA, и они расположены друг от друга на расстоянии больше, чем один, то есть не пересекаются, либо BA, а потом AB. И, соответственно, в таком случае выводим да, иначе выводим нет. То есть, в принципе, можно было так сказать. Единственная сложность в этой задаче – это вот четко и аккуратно поменять все индексы, да, проследить за инвариантами, что вот они пересекаются, например, если у них расстояние больше 1. Но здесь такое условие проверяется, потому что, ну, вот из-за той логики решения, которую я выбрал, да, что ищем первое вхождение, и у нас первое вхождение – это индекс первой буквы, да, откуда начинается подстрока. Ну что, как, есть какие-то вопросы или вот вообще, может, непонятно? Пока нет, но чувствую, когда я буду пытаться записывать, все, своими ручками появится. Ну да ладно, пока нет вопросов. Ну, просто главное помнить, что... Так, сейчас я отойду куда-нибудь. Главное помнить, что если вам говорят, что первое вхождение, ну, самое левое вхождение, допустим, под строки АБ, это там 10 место, 10 индекс, а самое правое вхождение БА, оно должно быть больше 11, да, потому что если самое правое вхождение БА, это, соответственно, 11, то, ну, соответственно, 10 буква это А в исходной строке, 11 это Б, а 12 это будет Ашка, да, и тогда у вас там просто будет подстрочка АБ, да, и они пересекаются. Вот. То есть это, ну, важно это помнить. Вот. То есть, если, например, у вас какая-нибудь строчка типа Z, Z, Z и так далее, а потом встречается A, B, A, то самое левое вхождение под строки AB будет, значит, с 10 условно места, да, самое правое вхождение строки BA будет с 11 места, да, ну и мы видим, что если они пересекаются, то у них модуль разности это 1. Поэтому, как бы, нет, нам это не подходит. А вот если у них модуль разности больше единицы, они не пересекаются. Ну, если нет вопросов по этой задаче, то пойдем к следующей. Деревья в ряду. Значит, что у нас здесь было? У нас есть некоторый сад, в котором растут деревья. Так, что-то я где-то не там рисую. А, у меня слишком... Вот в 100 надо писать. Значит, есть сад, в котором растут деревья. Ну, и у них изначально какие-то высоты есть. Нам эти высоты известны. Нам известно, что у нас есть n деревьев. И у них какие-то высоты, которые нам тоже дают. И, значит, что от нас хотят? Нам говорят, что есть, ну, какой-то садовник, да, и садовник может за одну минуту уменьшить или увеличить высоту любого дерева, ну, насколько ты хочешь, да, то есть может за одну минуту сделать его там каким-то таким высоким, либо наоборот срубить там его и сделать его каким-то низким и так далее. И нас, от нас просят, значит, за минимальное количество времени, то есть потратить минимальное количество минут, да, и сделать высоты деревьев арифметической прогрессии с разностью прогрессии в k, да, то есть нам говорят, что поруби там или повозрастай деревья таким образом, чтобы вот у первого дерева была какая-то высота, скажем, 10, да, и тогда у второго дерева должна быть высота 10 плюс k, число k нам тоже дают, да, у следующего дерева 10 плюс 2k, у третьего высота 10 плюс 3К и так далее. То есть нас спрашивают, какое минимальное количество минут надо потратить, чтобы привести сад к такому виду. Соответственно, ну, высота первого дерева может быть любой, мы, ну, условно любой, да. И, соответственно, мы хотим за минимальное количество минут изменить сад таким образом, чтобы была арифметическая прогрессия с шагом К. Вот, значит, здесь, ну, важное наблюдение заключается в том, что... высота первого дерева определяет высоты всех остальных деревьев. Ну, это очевидно, да, потому что если у первого дерева высота, скажем, 10, то по условию задачи следующее дерево, ну, следующее дерево после текущего всегда должно быть на k выше. Поэтому если первое дерево имеет высоту 10, второе должно 10 плюс k, тогда третье 10 плюс 2k и так далее. Поэтому, если нам сказали, что у первого дерева, например, будет высота какая-то конкретная, например, 10, мы автоматически можем вычислить, какие высоты должны быть у всех остальных деревьев.
И здесь просто предлагается сделать такой перебор. Давайте просто будем перебирать, какая высота будет у первого дерева. Это то же самое практически как с лифтом, да? Вот выбираем, на каком этаже будет базироваться лифт, а здесь выбираем, на какой какая высота будет у первого дерева. И если у первого дерева высота фиксирована, мы автоматически знаем, какие высоты должны быть у всех остальных деревьев, и потом просто проверяем для каждого дерева, да? То есть, например, мы вычислили, что при высоте 10 у первого дерева, у третьего высота должна быть 10 плюс 2. Да? Мы смотрим, какая настоящая высота, которую в условии дают у третьего дерева. Например, у него высота 14. И если высота дерева изначально совпадает с той, в которую нужно как бы превратить его, то мы просто ничего не делаем. А если не совпадает, то нам надо будет изменить дерево. А мы за одну минуту можем его либо срубить настолько сильно, насколько хотим, либо можем его увеличить настолько, насколько хотим. То есть, если у нас высота исходная не совпадает с той, в которую мы хотим прийти, то нам надо потратить одну минуту, чтобы изменить это дерево, ну и превратить его в подобающий вид. Вот, соответственно... Так, я же первое дерево тоже могу нарастить или срубить. Ну да, ну так если ты, ну там то же самое, ты для него тоже проверяешь. Если исходная высота не совпадает с той, к которой мы стремимся, то потратим одну минуту на его изменение. Я не понял, что значит первое дерево определяет высоту всех остальных деревьев. Ну, потому что тебе говорят... Не может быть ниже него. Что? Не может быть ниже него. Точнее, нет, может быть, но если камень отрицательная, да? Нет, смотри, тебе... Даже если не отрицательная... Смотри, что? Да, тебе говорят вот что, значит, итое дерево слева имеет высоту итое дерево, вот смотри, так, она хочет, чтобы для высот деревьев выполнялось условие для всех и, то есть для всех номеров, да, от единицы до n не включительно. Разность высоты следующего и текущего дерева равно k. Ну. Которые тебе дают. Ну, что это означает, что у тебя, значит, высота текущего дерева, это высота предыдущего плюс число k. Да, но я же могу изменить первое, ну, типа... Но все остальные автоматически вычисляются. Если ты говоришь, например, даже с потолка берешь, пусть у первого дерева будет высота 10. Ну да, хорошо. Ну, в смысле, я изначально предполагаю, или я уже существующая реальная высота первого дерева? Нет, изначально предполагаешь. То есть ты хочешь... Перебирай, короче, по итогу. Да, первого. Да. Ты говоришь, да, то есть ты говоришь, первое дерево определяет высоты всех остальных, поэтому давайте переберем, какую высоту мы сделаем первому дереву, да? Это мы перебираем. А для всех остальных деревьях их высоты автоматически вычисляются, и там надо просто проверять, надо ли это дерево менять, либо не надо, потому что его высота уже совпадает с той, которую мы хотим. Ну, кажется, это долго будет. Нет, ну, так я еще не договорил, значит, ну, во-первых, да, значит... А можно вопрос? Да, условия. Да. То есть за минуту он может до любого положительного числа изменить высоту дерева. Да, да, до любого. То есть не надо. То есть, если вы хотите дерево поднять на 10, вам не надо тратить 10 минут. У вас вы либо меняете дерево как угодно, до любой высоты поднимаете или опускаете, тратите на это 1 минуту, либо ничего не делаете с деревом и тратите на это 0 минут. Ну, очевидно. А если проводить аналогию с этим перебором, то получается. Там ограничения не очень большие, так что нормально. Если проводить аналогию с этим перебором, мы что, от единицы до высоты самого высокого дерева должны просмотреть или что? Ну, смотрите, значит, насчет этого, да, то есть единственный вопрос, который у вас возникнет, а какие высоты вообще проверять для первого дерева, да, мы же можем потенциально какие угодно ему высоты, можем сказать, что у первого дерева высота миллион будет, да, или миллиард, но смотрите, что здесь работает, значит, по условию задачи, изначальные высоты всех деревьев, они от 1 до 1000. Вот, от 1 до 1000. Поэтому, значит, что утверждается? Ну и число k тоже как бы от, ну, там, от 1 до 1000, да? И поэтому утверждается, что нет смысла делать высоту первого дерева больше, чем 1000. Почему? Предположим, что это так. И у первого дерева высота больше, чем 1000, да? Тогда, соответственно, у второго дерева будет больше, чем 1000 плюс k. У третьего дерева будет больше, чем 1000 плюс 2к и так далее. Но, значит, заметим, да, что если мы
ну, мы какие-то деревья поменяем, да? То есть, ну, у нас, на самом деле, количество минут, которые мы потратим, это сколько деревьев надо было менять. То есть, у скольких деревьев высота не совпадала, изначальная высота не совпадала с той, к которой мы, как бы, хотим прийти. И дело в том, что если у нас высота первого дерева – это любая высота больше, чем 1000, да? То если мы, как бы, вернемся обратно на 1000, да? Вернемся обратно на 1000. Ну, то, соответственно, ну, здесь будет 1000, 1000 плюс к и так далее. Ну, точнее, тут 2к будет, да? Вот, и, соответственно, дело в том, что вот в чем. Нам, если мы как бы вместо числа, ну вот высота первого дерева, да, если она была больше 1000, а мы говорим, что будет, если она будет изначально равна 1000, то количество деревьев, которые нам придется менять, оно не увеличится, да, то есть почему? Потому что у нас исходные высоты всех деревьев меньше либо равны, чем 1000, да, то есть исходные деревья, вот у каждого дерева его стартовая высота меньше либо равна, чем 1000. И поэтому, если нам это дерево пришлось менять до высоты там строго больше, чем 1000 плюс k умножить на i какой-то, да, то если вместо этого мы будем менять его высоту до просто 1000, ну так вот, просто до 1000 плюс 2k, да, не строго больше, а просто 1000 плюс 2k, то, ну, нам, соответственно, ну, ничего от этого не изменится. То есть, если, возможно, даже нам не придется менять его высоту. То есть, в любом случае, утверждается вот что. Если мы наше дерево, если мы наше дерево обязаны были поменять, когда у него была такая большая высота, то если мы вместо этого возьмем высоту просто равной 1000 плюс 2к, то нам его, опять же, либо придется менять, либо не придется, то есть мы ничего не теряем, да? Вот. А если мы наше дерево изначально не меняли до высоты строго больше, чем 1000 плюс 2к, ну, такая ситуация просто невозможна, потому что изначальная высота каждого дерева меньше либо равна, чем 1000, и если мы требуем, чтобы у текущего дерева высота была строго больше, чем 1000 плюс 2к, то нам в любом случае придется менять это дерево. Поэтому нет смысла проверять высоту первого дерева больше, чем 1000. Просто нет смысла. Вот как это, понятно было или надо как-то подробнее объяснить? Ну, это понятно. А вот для закрепления понимания задачи можно вопрос? Угу. То есть максимум садовник может потратить на это все n минут? Ну да, в худшем случае он потратит n минут. В лучшем случае 0. Спасибо. Вот, да. Ну да, соответственно, ну, в общем, да, утверждается, в общем, ну, если так краткую сводку сделать, то если у вас высота первого дерева там какая-то достаточно большая, ну, и, соответственно, высоты всех остальных деревьев, которые 1000 плюс к, 1000 плюс 2к, 1000 плюс 3к и так далее, они все тоже достаточно большие, да, и у вас изначальные высоты деревьев, да, они, соответственно, меньше либо равно, чем 1000, да, и если вы берете слишком большое к, например, 2000, да, или больше, то все высоты деревьев, которые нам потребуются, 2000, 2000 плюс к, 2000 плюс 3к, они все будут заведомо больше, чем изначальные высоты деревьев. И нам вообще придется все наши деревья менять. И так, соответственно, для любого к, для любой стартовой высоты первого дерева, которое мы возьмем, больше, чем 1000, будь это 1001, 1002, 1003, 1004 или там миллиард, все равно придется менять вообще все деревья, да? Поэтому нет смысла проверять значение к больше, чем 1000, потому что если не к, извините, значит, нет смысла говорить, что высота изначального первого дерева, стартового, да, нет смысла говорить, что высота первого дерева больше, чем 1000, потому что если высота первого дерева больше, чем 1000, то, ну, и у остальных деревьев тоже там будет больше, чем 1000, и нам в любом случае придется вообще все деревья менять. Поэтому достаточно проверять от высоту первого дерева, перебирать от 1 до 1000. То есть это то, что вот мы говорим себе, это ограничение перебора, да, то есть мы говорим, что высоту первого дерева мы будем просматривать от 1 до 1000. Вот, соответственно, как это можно реализовать? Берем, ну, считываем число n, и число k — это шаг арифметической прогрессии, да? Потом, соответственно, считываем высоты всех деревьев в вектор. Говорим, что изначальный ответ, ну, слишком, ну, условно бесконечности равен.
Вот, соответственно, заведомо будет существовать какой-то ответ, хоть какой-то мы его обновим. Но ваш я сохраняю, какая будет высота первого дерева, да, потому что нам надо будет еще, нам надо вывести не только сколько деревьев надо менять, это эквивалентно минимальному числу минут, нам еще надо сами изменения вывести, да, то есть если ты меняешь дерево, то надо вывести, как ты его меняешь, добавляешь или срубаешь и насколько. Поэтому просто перебираем высоту первого дерева, вот, ну, first, как бы, да, ну, я тут по приколу от 1 до 2000 перебираю, на самом деле от 1 до 1000 можно. И когда мы зафиксировали высоту первого дерева, посмотрим, сколько деревьев придется поменять, да, ну, сумму или аккаунт можно назвать. И мы что делаем? Мы просто перебираем все наши n деревьев, и, соответственно, какая высота требуется, да, то есть наш requirement, так сказать, какая высота требуется для текущего дерева. Это высота первого дерева плюс и умножить на k, да, то есть у нас шаг арифметической прогрессии k, и если мы проверяем нулевое дерево, ну, соответственно, первое, то, ну, его высота, она вот так и так фиксирована и равна фи. Если мы проверяем дерево с индексом 1, это второе дерево, да, то к нему добавляется k, ну, и так далее, да, то есть это просто, это какая требуется высота у очередного дерева. И мы проверяем, если требуемая высота не равна исходной, то придется менять это дерево и плюс-плюс к сумме добавляем. Дальше проверяем, если сумма меньше, чем то, что мы уже нашли, минимальная сумма до этого, обновляем ее и говорим, что текущий лучший ответ найден при условии, что высота первого дерева равна фи. Фи перебирается вот от 1 до 2000. Ну а все, дальше мы выводим наилучшее, наименьшее количество минут, которое можно потратить, и надо вывести еще изменения деревьев, да, то есть мы опять же для каждого дерева смотрим, какая высота ему потребуется, то есть h — это высота первого дерева лучшая, которую мы нашли, и тогда у этого дерева ему нужна высота h плюс i умножить на k, ну потому что каждое следующее дерево больше на k, чем предыдущее. И мы смотрим, если не совпадает требуемая высота с изначальной, то если изначальная высота меньше, чем требуемая, нам надо добавить, соответственно, к i плюс первому дереву, ну, там просто один индексация, да, то есть мы, если у нас индекс дерева, скажем, 0, то, ну, это первое дерево. Вот, соответственно, нам надо добавить к i плюс первому дереву, ну, какая у них разность высот. А если наш, соответственно, если наша изначальная высота больше, чем требуемая, то, соответственно, мы срубаем их разность. Вот так вот. Вот, собственно, это вся задача. Ну что, есть вопросы какие-то по ней? Да, один. Асимптотика алгоритма. Чему равна? Ну, сейчас, ну, очевидно, максимальная высота дерева h умножить на количество деревьев. Ну, то есть... Hk? А? Ну, все, понял. Ну, по сути, hn, да. Но, вообще говоря, задачу можно решить эффективнее, да? То есть, на самом деле, здесь... ну, я уверен, что тут можно какой-нибудь бин-поиск применить и эффективнее решить, но... Чё? Я сейчас думал, про сортировку, может, использовать. Посортировать сначала все эти деревья. А, так ты не... Нет, ты не имеешь их права сортировать. Не, не суть. Ладно. Нет, ну в смысле... Максимум расскажу идею задачи, когда опять 4 часа ночи будем играть в шаг с 4. А, окей, но вообще так-то ты не имеешь права здесь сортировать деревья. Ну, в смысле, ты можешь это сделать, но ты тогда, ну... В другом массиве имелось в виду, в копии этого. Ну, это тебе не даст никакой информации для решения, потому что у тебя порядок изначальных деревьев важен, да? То есть у тебя относительно первого, у тебя какое-то десятое дерево относительно первого должно, ну, быть на 10к больше. А если ты их посортируешь, то оно у тебя будет уже не десятым в отсортированном массиве, а каким-нибудь третьим. И у тебя из-за этого собьет все. В общем, тут некорректно будет сортировать. Ну, ладно, в общем, все с этой задачей. И последняя задача Димы и дела. Что в этой задаче? Давайте сразу рисовать буду и рассказывать условия. Так, пойдем сюда. Значит, у нас есть, ну, условно, например, набор каких-нибудь чисел. Опять черным буду рисовать. Там, скажем, 7 какой-нибудь, 10, 1, 8, 9 и так далее. Значит, это у нас в задаче, как там называлось вообще?
А, ну да, это просто сила называется эта задача. Значит, вот, значит, у нас есть Дима, и Дима будет, ну, выполнять какие-то задачи, да? То есть задача один, ну, индексы как бы снизу нарисую, да? То есть первая задача, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Вот, и Дима начинает, значит, выполнять задачи, да? Ну, он выбирает дело, с которого начнет, и потом начинает последовательность его делать и последовательно выполнять все задачи. То есть, что имеется в виду? Ну, понятно, что если Дима начнет выполнять дела с первого, то он просто выполнит первое дело, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, все, все дела выполнил. Но если Дима начнет с какого-нибудь четвертого дела, да, ну, он опять будет по порядку идти, выполнит четвертое, выполнит пятое, выполнит шестое, ну, а потом, соответственно, начнет с первого выполнять и выполнит оставшиеся как один, два и три. То есть, ну, такой цикл как. И, значит, нам дают числа, да, что его там жена, да, его периодически ругает, то есть... Ну, жена, женщина, Дима, неважно. В общем, дело в том, что его жена его ругает периодически, потому что он плохо, ну, плохо делает свои задачи. И нам сказано, что если она ругает его за выполнение второй задачи, то он получает, ну, силу, ну, урон 10 получает, да? То есть она его ругает силой 10, если она его ругает за выполнение четвертой задачи, ругает силой 8, да, и так далее. Но, соответственно, дело в том, что она ругает его каждую, ну, каждую катовую задачу, да, что имеется в виду, что если Дима начнет выполнять, например, с первой задачи, то жена его поругает, потом она на некоторое время уйдет и поругает его на задачу 1 плюс К, да. Потом тоже уйдет на какое-то время и поругает его за задачу 1 плюс 2К и так далее. То есть, если, например, его жена ругает его, значит, с периодом k равным 2, она будет ругать его каждую вторую задачу, да? Ну, за первую задачу она его всегда ругает, да? То есть, для примера, если k равно 2, а Дима начинает выполнять со второй задачи, так, бери. То есть Дима начинает выполнять все задачи со второй, и К равно 2. То жена поругает его с силой 10, да. Потом следующую задачу Дима выполнит спокойно. Потом, соответственно, опять его поругают. То есть получит еще урон 8, да, так скажем. Потом опять спокойно выполнит задачу, потом опять его поругают. Вот. Ну и потом он еще раз спокойно выполнит задачу. И все, да, и как бы закончит выполнение всех задач. И нас, соответственно, спрашивают, с какой задачи нужно начать выполнять все свои дела, да, чтобы его как можно меньше суммарно поругали. Понятно ли условие сейчас было? Да. А всем понятно? Если кому-то непонятно, я, может, плохо объяснил, я могу повторить. Ну, в общем, видимо, ну, если никто ничего не говорит, видимо, всем условия понятны. Окей. Значит, то есть, ну, по сути, k означает каждую итую задачу, каждую катую его ругает, да? То есть, если k равно 10, каждую десятую задачу жена ругает Дима. То есть, первую, одиннадцатую, 21-ю, 31-ю и так далее. Да, соответственно, в принципе, да, то есть, в принципе, вы могли подумать, что, ну, переборная задача, давайте просто в тупую все проверим, да, то есть, предположим, что Дима, например, будет начинать с третьей задачи, да, и, ну, и будем поддерживать счетчик, что, когда его будут ругать, да, то есть, пусть он начнет выполнение с третьей задачи, и, соответственно, его поругают, потом пойдем проверять, значит, как, ну, у нас вот задача 3, да, возьмем задачу с номером 3, плюс К, и тоже, соответственно, ну, добавим это к сумме, возьмем задачу 3 плюс 2К, но это номера всех задач, за которые жена его будет ругать, да, и прибавим ее к сумме и так далее. Верно, что нам нужно проверить всего К возможных вариантов? Ну, тебе надо К остатков проверить, это правда. Но смотри, значит, суммарно ты все равно там все N чисел проверишь. Но вариантов всего К, да. Это правда. Нам, кстати, гарантируют по условию задачи, что число n делится на число k. Это важно сейчас поймете, почему. Вот, значит, ну давайте как бы задачи кружками обозначим, потому что мне лень числа рисовать.
Вот, соответственно, ну, Дима начнет выполнять задачи с какого-то места, да, соответственно, будет их выполнять, и потом и вернется сюда, и оставшиеся тоже выполнит. И, ну, мы можем сказать, давайте просто предположим, что Дима начнет выполнение с какой-то вот, вот этой задачи, да, и, соответственно, его поругают за нее, да, потом перейдем на задачу 1 плюс К, его тоже поругают, потом перейдем еще там на задачу 1 плюс К, тоже поругают и так далее. Но это будет не оптимальное решение. Почему? Потому что n равно 10 пятой. То есть нам дают 100 тысяч, соответственно, 100 тысяч задач, и при этом k может быть достаточно маленьким. В общем, может получиться так, что если вы будете вот в тупую проверять, у вас асимптотика будет n умножить на k, да, и у вас просто будет превышено ограничение времени. Потому что вы будете проверять, ну, то есть вы будете говорить, предположим, что Дима начнет выполнять там с какой-то четвертой задачи, посчитаем, какой урон он при этом получит, и вы будете проверять для этого 100 тысяч задач, и у вас в итоге будет 10 пятый на 10 пятый и 10 миллиардов. Вы не зайдете просто ограничения по времени. Но можно заметить такую штуку. Значит, нам гарантируется, что число n, количество задач, делится на k. Ну, то есть, k это вот за каждую k-ую задачу его ругают. Ну, пусть, например, всего было 9 задач, для примера нарисуем, тогда k, например, может быть равно 3. И, соответственно, если Дима, например, начинает выполнение с первой задачи, да, то есть за первую задачу его поругали, потом после первой задачи он пойдет на четвертую задачу, его тоже поругают, и, соответственно, это мы, ну, добавили 1, 1 плюс 3 это 4, и 4 плюс 3 это 7, да, и, соответственно, вот эту задачу он тоже, за эту задачу его тоже поругают. И следующая задача, за которую его поругают, ну, у нас тут заканчивается место, поэтому оно как бы циклически обратно идет, да, но мы как бы попадаем на эту же самую задачу, то есть его ругают каждую третью задачу, да, то есть если его поругали за эту, то каждую третью, то есть вот это первая, вот это вторая, потом зацикливается, идет назад, вот это третья. И как мы видим, ну, эта штука зациклилась. То есть, если его ругают каждую третью задачу, он начинает с первой, то жена поругает его вот за вот эти конкретные задачи, за эти крестики. Вот, это мы с вами предположили, что Дима начнет выполнение с первой задачи. Но вы как бы можете сразу понять, что если Дима начнет выполнять задачи не отсюда вот, а отсюда, то поругают его за все тот же список задач, да? Потому что, ну, ну, начнет он отсюда выполнять, его поругают за эту задачу, потом пройдет две задачи без руганий всяких, его опять поругают за эту задачу, потом пройдет две задачи без, ну, без того, что его ругают, и опять его поругают за эту задачу. То есть, ну, даже вот по этим стрелочкам это довольно-таки очевидно, да? То есть мы сказали, что если тебя поругали за вот эту задачу, то какая следующая задача, за которую тебя тоже поругают? И неважно, с какого места мы начнем, да? То есть отсюда, отсюда, отсюда. В любом случае тебя будут ругать за все тот же фиксированный список задач. Вот, поэтому если мы с вами посчитали минимальное количество, так сказать, урона, который он получит, начиная там с какой-то задачи, то все связанные с ней проверять вообще нет смысла. Ну, вообще-то делимость на k на это не влияет. Ну, вообще-то влияет, потому что у тебя в данном случае... Ну, нет, смотри, как бы на циклы это не влияет, на циклы это не влияет, но как бы в данном случае тебе достаточно проверять просто, ну, как бы... префикс из первых k чисел, да, если бы у тебя n не делилось на k, то тебе пришлось дополнительные микры делать, там, помечать использованными. В смысле префикс из первых k? Короче, делимость на k влияет на то, какие циклы тут будут, что вот в данном случае n делится на k, поэтому... как бы делимость на k влияет на то, что, типа, после перехода цикл поводит сам в себя, как бы. Ну, это, ну, у тебя цикл в любом случае попадет в сам себя, даже если нет делимости на k. У тебя просто циклы, да, будут, ну, другие. Через один ход. Через один проход. Ну, короче, нам же все равно придется проверить. Да, все. Да, через один проход. И, в общем, значит. Значит, дело в том, что, да, давайте скажем так, если Дима начинает с первой задачи, да, то следующая задача, ну, его поругают за первую задачу, следующая задача, с которой его поругают, это 1 плюс k, потом 1 плюс 2k и так далее, и, значит, в конце концов, что произойдет? Мы знаем, что число n делится на число k, да? То есть число n делится на k, это значит, что n равно какое-то там число a умножить на k.
И, соответственно, в какой-то момент, ну, Диму будут ругать за вот такие номера, за 1, 1 плюс К, 1 плюс 2, К и так далее. И в конце концов, ну, соответственно, его поругают за задачу 1 плюс А умножить на К, да? Но А умножить на К – это само число N. То есть его поругают за задачу 1 плюс N, да? Но что это за такая задача 1 плюс N? Ну, ее не существует. Если Дима доходит до конца, доходит до этой задачи, он начинает выполнять их с первой, ну, с первой начинает выполнять все еще невыполненные. Поэтому 1 плюс N – это на самом деле, ну, как бы просто N выкидывается. Это на самом деле просто первая задача. А с первой задачи он и начал. То есть мы зациклились. А важный вопрос? Да, да. То есть условие, то есть то, что прописано в условии n, деленное на k, это нам гарантирует то, что вот этот проход по этому массиву задач у нас будет циклическим, что ли? Ну, циклическим по остаткам от деления на k. Я сейчас подробнее объясню. Да. Ну просто как что как там облегчает жизнь, если нам все равно придется. Да подожди, тогда я расскажу. Да, смотри, я потом расскажу, как это облегчает жизнь. Значит, да, соответственно, ну, мы с вами предположили, что число n, ну, число n делится на k, поэтому, ну, можно представить его в виде а умножить на k, да? И поэтому, если он начинает выполнять с первой задачи, то он такие номера посетит, за эти номера его поругают. Вот. И в конце концов будет номер 1 плюс ак. Если бы Дима начал со второй задачи выполнять, его бы ругали за такие номера. Вот. Ну и аналогично, да, то есть если бы он начал выполнять стройки, то, соответственно, были бы такие номера. Вот. И, ну, и штука в том, что, ну, что такое АК? А умножить на К, ну, то есть мы просто прибавляем К, да, то есть следующая задача, за которую тебя поругают, начиная с текущей, это, ну, надо прибавить кашку, да. И в конце концов, ну, будет такой номер, за который нас поругают, и этот номер будет 1 плюс АК, да. Но это на самом деле число N, и поскольку у нас нет N плюс первой задачи, он возвращается в начало, да, то есть вернуться в начало, это как бы то же самое, что выкинуть N. И он вернется обратно на первую задачу. Здесь тоже, как бы, N выкидывает, вернется на вторую задачу. Здесь тоже n выкидывается, и он вернется на третью задачу. То есть, если Дима начинает выполнять с третьей задачи, то его, соответственно, поругают за 3, 3 плюс k, 3 плюс 3k и так далее, и потом опять вернется на 3. И, соответственно, это такая первая важная вещь. А вторая важная вещь, что, ну, то есть, первая вещь, это то, что эти циклы не пересекаются, да, то есть, если Дима начинает выполнять с первой задачи, будет цикл из таких номеров, за которые его поругают, если начнет выполнять со второй, будет такой цикл, за который его поругают, с третьей такой цикл, и эти циклы не пересекаются, то есть, у них, у всех уникальные номера, они никак не пересекаются друг с другом. Но, соответственно, что будет, если мы начнем выполнять задачи К, да? Ну, задача К – это вообще как раз-таки тот номер, который… А, да, я тут очень неудобно выбрал индексацию, да, в общем, надо было сказать, что 0 индексация, потому что у нас остатки с нуля начинаются. В общем, ну, представьте, что у нас 0 индексация, да, то есть на самом деле первая задача – это под номером 0, да, 0, соответственно, следующий 0 плюс К – это К, потом 2К и так далее. Вот. Ну, короче, то же самое, просто задача с нуля номеруется. И в чем прикол? Что если Дима начнет выполнять задачи К? Ну, это задача, которая входит в цикл, который начинается с задачи 0, да? Вот эта кашка здесь. Что если Дима начнет выполнять все задачи с задачи К плюс 1? Ну, это то, что входит в этот цикл, да? Если начнет выполнять все задачи с задачи 2 плюс К, это входит в этот цикл, да? И оно как бы повторяется. То есть мы эти все случаи уже обработали. Вот, поэтому на самом деле… И возможных случаев есть для всего этого? Ну, не 3, а к случаев. Вот. То есть на самом деле вам нужно предположить, что вы начинаете выполнять задачи с нулевой, с первой, со второй, с третьей и так далее, с к минус первой. И если вы предполагаете, что выполняете с нулевой задачи, да, то следующая задача, которую вас поругают, это катая, да, потом 2катая и так далее. И у вас получится такой цикл, который вот, ну, на себя замыкается. Если вы начнете выполнять с первой задачи, то следующая задача, за которую вас поругают, это задача 1, ну, к плюс 1, потом 2к плюс 1 и так далее. Ой, я там же рисую снизу, и на ноутбуке забыл перевести. Вот. Значит, давайте заново, да.
Еще раз, если вы начинаете выполнять с нулевой задачи, то у вас следующую поругают за катую задачу, потом за два катую, потом там за три катую, да, и потом этот цикл как бы замкнется. Если вы начинаете выполнять с первой задачи, ну, вас поругают за первую, за К плюс первую, за 2К плюс первую, и потом опять этот цикл замкнется, да, замкнется. Вот. Если вы начинаете со второй, уже поругают за 2К и так далее, да? То есть эти циклы, они не пересекаются, и вы получаете такие циклы задач, за которые вас ругают. Ну, если это вообще непонятно, то, наверное, вы не очень много работали с остатками по модулю, но мы потом это будем проходить как отдельную тему. Нет, мне понятно. Ну, это задача, в принципе, для тех, кто более-менее умеет работать с остатками. То есть, ну, если что, мы, разумеется, с ними потом будем работать. Так что вот, да. Значит, сейчас я вернусь. И таким образом, смотрите, то есть нам достаточно предположить, ну, то есть какой здесь перебор. Здесь не надо перебирать все задачи, да, и говорить, что начнем с этой задачи для любой, да. Достаточно перебрать первые К задач и сказать, ну, начнем с этой задачи, да. И потом нас интересно, нас не интересует, как бы, вообще, что он будет выполнять там все задачи. Нас интересуют номера задач, за которые нас поругают. И мы просто хотим просуммировать силы этих задач, за которые нас будут ругать. Поэтому начинаем с нулевой задачи, идем по этому циклу, да, перебираем номер 0, 0 плюс К, 0 плюс 2К и так далее, и силы этих задач суммируем к нашему, соответственно, ну, к сумме, да. И так делаем для каждого независимого цикла, коих у нас К штук. Сейчас покажу, как это в коде выглядит. А, ну и да, и, соответственно, суммарная асимптотика будет О большое Т, потому что вы каждый отдельный элемент массива переберете в его цикле один раз, и все циклы не пересекаются. Вот, поэтому решение задачи на самом деле очень короткое. Значит, берем, считываем все наши n чисел. Ну, минимальный ответ, опять же, равен пока что бесконечности. Ну, а ответ это с какой задачи надо начать. И смысл есть перебирать только первые k задач. Current это с какой суммарной силой нас отругает там же, ну, жена Димы, да. Поэтому что мы делаем? Мы говорим, значит, нас поругают за итую задачу, потому что мы начинаем с этой задачи, и нас за нее сразу ругают. Мы начинаем с итой задачи. До тех пор, пока мы не дойдем до n, потому что если ты перешагнешь потом на n, то ты попадешь опять на ту же задачу, на и, за которую тебя поругали изначально. Пока g меньше n, ну и как бы следующий номер задачи, за которую нас поругают, это текущий плюс k, да? Суммарная сила, с которой нас поругают, просто добавляем силу житой задачи, да? Ну и все, и проверяем. Если как бы суммарная сила, с которой нас поругают, меньше, чем минимальная, которую мы уже нашли, говорим, что теперь минимальная равна вот current текущий, да? Ну и ответ и, да, что надо начинать с этой задачи. Ну и поскольку у нас с нуля индексация, а в условиях задач нас просят нумеровать с единицы, то вводим, соответственно, и плюс один. Ну, ответ, точнее, плюс один. Вот. Говоря строго математическим языком, все задачи, за которые нас поругают, разбиваются на классы эквивалентности. Вот. На классы эквивалентности. Вот. Вот. Что типа... Если вас жена ругает, например, за первую, ну, если вы начинаете выполнять задачи с какого-то, вот самая главная идея такая, да, если вы начинаете выполнять задачи вообще с какого-то места, и в процессе выполнения вас ругают за задачи с такими номерами, там, 1, 5, 9, 13, да, то, соответственно, ну, вы можете начать с любого из этих номеров, и список задач, за которые вас ругают, будет абсолютно таким же. То есть, если начинали с первой задачи, то поругают за 1 плюс 4, 5 плюс 4, 9 плюс 4, да, то есть, но если вы начнете, например, с 9, ну, то есть, поругают за 9 плюс 4, за 13, ну, там оно вернется в начало массива за первую плюс 4, за 5 и так далее. То есть, это такие циклы. И поскольку это циклы не пересекающиеся, вам не важно, с какой задачи в этом цикле начать. Потому что все равно список задач, за которые вас поругают, будет один и тот же, вы его как бы будете проходить. Ну, кстати, теперь я понял, почему это благословение Господа, то, что там n на k делится.
Ну, на самом деле, смотри, какое отличие. То, что n делится на k, это значит, что мы можем просто перебрать первые k остатков, и мы можем утверждать, что циклов будет именно столько, ну, именно k, да? Если бы n не делилось на k, то на самом деле, ну... Там бы линии не замыкались, как мне кажется. Нет, нет, они бы замыкались в конце концов в любом случае, потому что у тебя конечное число... Не, ну не за первый проход. Да, да, они бы замыкались не за первый проход, и нам бы пришлось тогда дополнительный массив вводить, типа, проходили ли мы по этой задаче, ругали ли нас за нее уже или нет. А так нам этого не надо делать. На самом деле, в этой задаче даже не надо сохранять в массив все числа. Вот. Нам достаточно просто... Ну, хотя нам в любом случае понадобится какой-нибудь массив, типа, для остатков, да, типа, с какой силой нас поругают за задачу, у которых остаток по модулю k такой-то. Не, ну просто... Проблема не в том, что нужно хранить, а в том, что нам здесь мы можем пройти по k, а там мы должны перебрать вот все остатки вдоль до конца, потому что у нас так, сначала уже будут не те остатки. Короче, не та отчетность. Ничего не понял. Ну, вот здесь мы перебираем вот 0, да, типа... 0 у нас один цикл, и мы уже не перебираем... для того, что он начал с 0 плюс k. А в том случае нам придется перебирать и с 0, и с 0 плюс k, и с 0 плюс 2k, потому что до этих задач он уже пойдет по другому циклу. Окей. Ну, в общем, есть вопрос по этой задаче? Ну, по крайней мере, тот, кто мало раб... Ну, вот, в общем, задача, она чуть более сложная, ну, чуть более сложная, чем все остальные, которые были в контесте, и, ну, если вы вообще не поняли эту задачу, то ничего страшного. Вероятно, что вы просто мало работали с остатками. Ну, потом будем их проходить, и, как бы, ну, придет понимание того, как это работает, и, ну, и как бы, будет понятнее все. Соответственно, есть вопросы какие-нибудь по этой задаче? Нет, нет. Нет. Ты же запись выложишь, да? Да, конечно. Кстати, а шестое число, где запись? Или я промолвал опять? Так они все в плейлисте лежат, я же скидывал ссылку на плейлист. Плейлист? На Ютубе, что ли? Да. Я и перекину эту ссылку еще раз сейчас в Телеграме. Ну, соответственно, вот, все задачи решаются так. Ну, исходный код я вам показал, он есть на видео, но если что, вы можете зайти в мой аккаунт на CodeForces, нажать на попытки и посмотреть, да, то есть вы можете нажать вот на, ну, мой аккаунт открыть, нажать попытки и посмотреть вот на, соответственно, решение. Ну, вообще, на самом деле, как я сказал, короче, самая главная часть — это дорежка, да, если вы решали задачу, не смогли решить, то вы смотрите разбор, ну, может быть, вам подсказки дают, но если с подсказками не справились, то смотрите разбор, и после этого важно, ну, да, вы как бы узнали, как решается задача, но все равно вы должны это сами закодить, потому что вам нужно практиковаться, во-первых, в кодинге, во-вторых, в реализации идеи в виде кода, да, и это самая важная часть. Поэтому вот теперь я советую вам пойти достать все задачи, которые вы не знали. Ну, разве что за исключением последней, если вот вы вообще прям не работали с остатками и не понимаете, что это. Ну вот, поэтому, соответственно, ну, на сегодня все. Там рассказал много тоже вещей в процессе разбора задач. Ну, до субботы, чтобы вам как бы, ну... было чем заняться, я выберу сет каких-нибудь задач, ну, на реализацию больше, да, то есть таких задач, где надо просто уметь реализовывать решения, чтобы вы попрактиковались именно в реализации, да. Выберу задачи на реализацию, завтра, наверное, скину, и, соответственно, ну, и до субботы их оставлю. Да, до субботы. В субботу занятия будет. Ну и потом, соответственно, поговорим в субботу вот о этом списке задач, которые я дам, и... Ну и что-нибудь разберем какую-нибудь новую тему. Че, идем в шахматы вчетвером? Не знаю. В общем, я запись пока выключу.